Эта пристройка хорошо известна жителям проспекта Ленинского комсомола. Банки и магазины в пешей доступности прекрасно, но есть и проблемы. Любовь Васильевна и Людмила Антоновна живут в доме номер 35. Эти женщины из тех, кого называют неравнодушными гражданами. Именно они пришли на прием к Валерию Венцелю, чтобы рассказать о проблемах жильцов. Главное из них – шум. У меня вот угловая комната, я слышу даже, как они вот эту свою дверь закрывают. Шумно. Когда уедет даже вот сейчас вот это вот, они начинают вот этими тележками греметь. У них же их много там. Обращение жильцов к администрации магазина результатов не принесло. Проблему с шумом пришлось решать на более высоком уровне. По поручению главы Ленинского района Валерия Николаевича Венцеля сегодня состоялось комиссионное обследование объекта потребительского рынка в городе Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 35. Состоялась встреча с управляющим магазином «Магнит». Проведена разъяснительная беседа о том, что водители все должны быть предупреждены, никакой музыки в дневное, а также в вечернее время. Вопрос на контроле отдела потребительского рынка администрации. Люди всегда, если вдруг будет какое-то нарушение, смогут обратиться к нам по телефону. Еще одна проблема, с которой жительницы обратились к главе – мусор на прилегающей к пристройке территории. Дом существует 44 года. У нас была чистота и порядок, пока они открыли «Магнит». Даже наши дворники не успевают убирать за ними грязь. Сегодня один день только у нас, пока мы ничего не видим. Мы обещали завтра, послезавтра. Посмотрим эти два дня. Теперь ситуация с мусором также взята на контроль. С собственником всей территории проведена беседа. Взаимопонимание достигнуто, что территория должна содержаться в чистоте, обслуживаться. Но это требование законодательства, закона о благоустройстве Московской области и соответствующего постановления администрации Ленинского района, которое определяет все правила и нормы по содержанию территорий прилегающих. В случае неисполнения своих обязанностей собственнику будет грозить немалый штраф. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ.